Со дня вторжения французской армии в Российскую империю при отступлении не проходило дня без грома артиллерии. Для того, чтобы нанести потери, умерить натиски французов, чтобы сохранить российские войска. Михаил Кутузов. А в войсках уже ворчали, зря Смоленск преподнесли к ногам. Перед неприятелем русский солдат не мечется, долго ли нам идти назад? Лучше поразить врага или положить живот свой за отечество. И войска, и партизаны были в искушении с французской стороны исправить сил соотношения. Чем дальше вглубь страны, тем неизбежно бежнее решение. В 100 километрах от Москвы до генеральное сражение. И только армии на поле остановиться решено. Тотчас атакован левый фланг, весь пункт передовой его еще и не было. Темно, как гренадерские резервы. Французам потрепали нервы близ села Шевардино и разошлись возводить боевые укрепления. Обе армии готовить к генеральному сражению. Предел всему терпению, за всех полях оставленных помолились. Да перевязали раненых. На начинающего бог из уст передают в уста. Около 6 утра 26 августа. С первым солнцем содрогает землю кавалерийский топот, ружи грохот, вопли глоток. Общим человечьим вздохом канонада прострелила синий утренний туман и рухнула на самый центр и на левый фланг. Залпы тысячи орудий в пороховом дыму кромешном. Обе армии рубились за багратионовские флеши. Но битвы сей исхода ждать придется более жесткого. Получите комиссию, батой доля Москва. Угостили кулаком французскую очередную партию, чтоб генерал запомнил четко нашу гвардию против русского штыка. Уж такова действительность, если можно противопоставить только численность двукратную. Но с багратионом в этот раз в рукопашную десятки тысяч бились почти час. Штыком отбиты укрепления от вражеских колонн. Да вот осколком от ядра ранен князь Багратион. Войска собрав в кулак, назад отходит Кановницын. Коль генерал спокоен, так солдат не усомнится. Атаковать резерв гвардейцев французы не смогли решиться. И поле освещало нам не солнце, а Аустерлица. А на глазах приобретает поле вид скорее зверский. Тысячами павших обрастает высота Раевского. Да говорят, что всполошил французский тыл рейд казаков. Тем более помог сломить упорство, да нам вздохнуть чуток свободнее. По всей линии и здесь, до курганной высоты, артиллерия гремела до наступления темноты, до черноты. Усталости на залпы залпом отвечать, и только сумрак вечера всех заставил замолчать. После наступили холода коварные, сохраненные Кутузовым ряды российской армии. Простые мужики с помощью ружей, вил, булыжников из великой армии помогут сделать шаромыжников. И тысячи людей, погибших под военной картой, и захваченный с боями, но не сдавшийся редут, и не состоявшийся триумф Наполеона Бонапарта. Все это осталось там в 12-м году. И чтобы впредь не проливало крови, наше будущее стоит пролить свет на наше общее прошлое. Память о героях-предках тысячах людей, доблесть родителей, наследие детей.